Если человек беден в знаниях святости, когда нет у него знания, знанием называют место зивуга, и познал Адам с Хаву, жену свою, хохма бина и дат, между ними, когда свет хохма входит и облачается в свет бины, это называется дат. И это перекрывает дочь Израиля, если это не приходит к успеху, то есть дочери Израиля, когда душой называется, что нуква это связано, когда свет может облачиться в нее. Это объяснение, как Тора объясняет нам на языке ветвей этого мира то, что мы должны сделать в себе. Это понятно.